Театр кукол приглашает юных ивановцев поучаствовать в выставке детских рисунков, посвященной Дню защитника Отечества, Международному женскому дню. В театре ждут портреты мам и пап, нарисованные на бумаге формата А4 в любой технике. В субботу и воскресенье рисунки можно принести прямо в театр, а в будние дни отдать кассиру. Не забудьте указать внизу имя и возраст ребенка, автора рисунка. Портретами пап фойе украсят 23 февраля, а портретами мам – к 8 марта. От детских работ, как ни от каких работ, как от работ, вернее, настоящих художников, всегда исходит какая-то аура, всегда энергетика идет. И я представляю, как в празднике 23 февраля и 8 марта к нам придут мамы и папы, увидят работы детей, как будет приятно находиться в фойе и зрителям, и нашим артистам. И вот я думаю, что это хорошая такая энергетическая выставка должна быть.